Ну, здравствуй, дорогой зритель. Очередная посылка. Мои руки. Меня зовут Михаил, канал «Картовый блогер». Давайте посмотрим, что внутри. Так вот даже и не поймешь. Надо дальше открывать. Итак, вот эта пупырка для мамы, а вот эта вот пупырка уже для папы. Видите, какая большая пупырочка. А это успокоительное для ребенка. Как тебя вынуть-то, чтобы тебя не повредить? Блин. Не знаю, насколько быстро все это дело ушатается. Гусеницы работают. Гусеницы работают. Значит, и вы знаете, вот этот вот механизм, ну, такой жестковатый на данный момент. Я не знаю, вот разработается все это дело или нет в итоге, но вот башня крутится. Да, вот пока все это дело жестко происходит, я прям, ну, серьезные там некоторые усилия приходится прикладывать. Не знаю, насколько все это дело со временем станет более легким. Что ты то едешь, то не едешь. Ну, в любом случае, ребят, что это так у нас? Ну, вот первое вот у нас вот расстройство. Видите, все-таки вот он покоцан немножко. В принципе, ребенок бы все это дело покоцал. Может быть, и не покоцан, может быть, это от скотча. Давайте, знаете, как сделаем? Я сейчас позову Владимира Михайловича, вручу ему его, а потом через какое-то время смогу дополнить, ну, про него, как он там, насколько живуч, там, не живуч, ушатался он мгновенно, либо он поживет. Володенька! Сейчас придет ребятенок. Вовочка, иди ко мне. Вова. Вов, иди сюда, что у меня есть для тебя. Вовочка. Сынулька. Ага, пойдем. Иди сюда. Иди сюда, мой дорогой. Иди сюда. Что у нас для тебя есть? О, что это? Что это? Экскаватор, да? Ух ты, господи, что, боже мой, какие большие саранчи у тебя были. Экскаватор лучше? А? Да, лучше. Ну и понятно, смотри, вот так вот можно. Не-не-не-не, Володенька, вот эти вот игрушечки я тебе попозже отдам, пока тебе на растерзание экскаватор. Да, забирай. Забирай, иди тест-драйв делай. Чего? Нет там никого, да? Что ты хочешь? И другие игрушки? Другие игрушки я тебе попозже отдам. Давай, бери экскаватор. Все, беги. Беги, а то холодно на балконе. Вовка. Вовка. Или ты хочешь вот эту игрушку из предыдущего? И человечка хочешь?
И клининг-машину хочешь? Ой, и человечка туда сразу засунуть. Ой. Вот так вот выглядит у нас тест-драйв. Еще человечек. Еще человечек, да? Ну, чего такое? Ну, давай, куда они пойдут, человечки? Да? Куда? Куда? Давай вот так вот тебя обратно встанем. Оно же все-таки вот так вот выглядит. Ну? Правильно, туда его. Туда его. Так, ну чего, минуту она прожила. Уф, а чего ты? Смотри, какой у тебя. Что там такое у тебя уже упало? Что-то разобрал? О, колесик. Как я и говорил, помните, в предыдущем видео колесики достаточно слабенько здесь держатся. Ну чего, ты будешь забирать трактор-то? Экскаватор? Да. Будешь? Вовк. Ну, все, чуть позже, короче, расскажу, насколько все это дело долго пожило. Или пожило.